Всем привет, с вами Стивен Геймс, и у меня на канале сегодня юбилей. Да, ребят, 100 тысяч подписчиков на канале. Честно говоря, я сам был удивлен, когда зашел на канал и увидел эту цифру. Это очень круто. И к этому моменту я, конечно же, подготовился. Да, я хотел вас каким-то образом удивить, и тех, кого я сейчас удивлю, ставьте, конечно же, плюсы. Первое, что я сделал, это, конечно же, посмотрел других блогеров, что же они делали на эту цифру. Большинство просто запилили подкаст, ну и, конечно, разместили счетчик либо слева, либо справа, где в реальном времени показывались количество подписчиков. Я думаю, что у меня тоже такой счетчик будет, надо же держаться в тренде, я тоже так буду делать. Так вот, но это не самое главное. Самое главное — это то, что вы увидите сейчас. Но я вам скажу, что будет подкаст, будет через пару дней, ребят. Извините, просто сейчас я готовился именно вот к этому ролику, и поэтому ничего не сделал. Но подкаст все же будет. А теперь поехали, посмотрите этот ролик. Ребят, вы всегда спрашивали, что же будет на 100 тысяч. И ничего лучшего, чем это, я не придумал. Ребят, вы всегда спрашивали, что же будет на 100 тысяч. И ничего лучшего, чем это, я не придумал. Я думаю, этого салюта, конечно же, было мало, потому что 16 выстрелов, я думаю, это ерунда. Поэтому у меня завалялась еще одна штука на 50 выстрелов. Не знаю, что это такое, но давайте протестим. Говно какое-то. Честно говоря, я уверен, предыдущий был лучше, но в принципе это тоже было мощно. Что ж, что мне хотелось сказать? Всем спасибо, конечно, за то, что вы подписались, за то, что смотрите мой канал. Я думаю, что с каждым разом ролики будут становиться все лучше и лучше. И, честно говоря, я думаю, в последнее время вы это начали замечать. Я надеюсь, что дальше будет все только круче. На этом все. Всем спасибо за то, что подписаны на мой канал, что смотрите его. Всем спасибо. Всем. Пока. Два сразу? Давай, подпаливай. Два сразу? Давай, давай, зажигай. Раз, давай. Ни хрена последняя. Лажа. Один выстрел. Так, давай. Слушай, а может ты... Оно совместится. Подожди, попробую сейчас. Так, ребята, это сейчас будет. Сейчас, подожди. Подпалите с двух сторон, я показываю. Так сейчас попробую. Давай ты, Стас, тоже. Есть несколько спичек, ты по три. Так ты тоже давай. У тебя коробок есть? Есть, только надо это поставить. Да пойдет, пойдет. Я вот с этой стороны, ты стой. Не-не-не, не ставь. Блин, придется. Я просто подальше. Во. Все? Готов? Подожди. Две? Там еще осталось? Эти не подпалились. А, эти не подпалились. Я же говорю, зажигайте сразу по ним. Две? Две, по-моему. Одна, блин. А это, по-моему, ни в какую не хочет. Ребят, напишите в комментариях, насколько понравился вам этот ролик и что вы в момент его просмотра ощущали, потому что у меня было много эмоций при просмотре его. Я не буду говорить каких, потому что хочу прочесть ваши комментарии и сравнить их со своими.
да, комментариями, конечно же. Но надеюсь, что он вам понравился. Что ж, на этом тогда все. Подкаст все же будет, ребят. Я обещал, что будет подкаст на 100 тысяч, он будет, но будет чуточку позднее. На этом все. Всем еще раз спасибо за то, что вы подписались на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. И, конечно же, в скором времени мы снова увидимся, но уже в другом ролике.